Да, конечно, лого у них неплохое, музон тоже неплохой. Вот, но это 41-я серия выживания с одной жизнью. Хардкор. Еще там определенные правила, в том числе без силовой брони. В общем-то. Хотя вот не знаю, там, для одной вещи нарушить, не нарушить. Но, пожалуй, постараюсь реально не нарушать. В целом это не так сложно. Вот. Хотя с силовой, конечно, было бы в некоторых местах и проще, и прикольнее. Ну, ладно. Такая уж тема. Будем считать, что мы правда без силовой брони. Так что погнали так. И я иду до Бункер Хилла пока что. Мы продолжаем свое путешествие. Вот. Параллельно зачищая, аккуратно зачищая улицы Бостона, по-моему, это все-таки. Ну, короче, этого города рядом с Diamond City. Кстати. Если вы помните, то я их уже подбирал. Они респятся постоянно. Но там текстиль неинтересно. А, нет, все-таки это... Ну, это статуя. Да. Но я что-то... принял это не за статую. Так, ну здесь мы расправились с собаками. Да, вот, рейдер... Но мы вот эту вот улицу тоже вроде бы подчистили. Так, пистолет. Вот тут несколько гнезд рейдеров. Скажем, что это гнезда. Они там еще наверху-то хорошенько засели. Да, я знаю, это был я. Ладно, дробовик скорее. Хотя... Что это было? Это твоя смерть. Ну и получается, это все, что здесь было. Дробовик на перерез. Так, если мы упадем, мы можем сдохнуть. Не буду пока этим заниматься. У меня не настолько много хп, чтобы я мог выжить, действительно. Не, выжить я могу, вообще-то. Но не буду я, пожалуй, этим сейчас заниматься особо. Что-то у меня нет стопроцентной уверенности. Вот там на соточке уже можно этим заниматься. В общем, здесь небольшая банда была. Так, еще здесь. Пошли зачищать тогда. Хотя вроде мы вот тут уже были. И, соответственно, ну я так и думал, что скоро уже будет вода. Хотя вот прям сюда на Open Air мы не доходили. Оп. А, не, это да, это то. Они дошли мы по причине, у меня начался перевес, и, кстати, труп пропал. Я надеюсь, там не пропали трупы, вот это будет обидно. Слегка, типа. Не слегка, там легендарный рейдер был. Вообще-то. Вот это уже обидно. А легендарный рейдер, он был здесь, скорее всего. Или на следующей улице.
еще здесь. Или, может быть, и не пропал труп. Тут же вот еще вот это здание, мы, может быть, по нему лазили. Скорее, да, так оно и было. Вот по тому зданию, где был рейдер. А убили рейдеров мы здесь. Все походит на правду. Угу. Я еще, да, там ржал по манекену вроде бы. Ну, шутил про манекен. А, не, я по-другому шутил. Там дальше он будет. Ну, может, и про этот я тоже шутил, хотя вроде бы не было такого. Но все-таки вот оно здесь. Смотрите, что мы можем сделать. Упростить. Кое-какую задачу. Черт, он принял стимулятор, который мог пойти мне. Ничего так. А, и мы, кстати, за счет того, что восприятие прокачали, стало гораздо лучше. Теперь средний взламываем. В ватсе стало лучше. Угу, там еще где-то шныряет один. Ладно, придется тебе так. В грудак, во-первых. Хотя он с обычной этой шляпой. Но там можно просто попасть, получается, как бы в засаду. И мне лишнее тело было бы не очень-то и кстати. Я думаю, коктейль туда кинуть. Но я боюсь себя повредить, честно говоря. И он все равно выйдет. Поэтому его грохнем. И там еще кто-то остался. Но мы и так перебили, мне кажется, достаточно. Кстати, отличная кемперская позиция. По сути. А, и здесь не зря, получается, рейдер сидел. Типа защищал эту позицию. Ладно, погнали. Может, здесь хлам? Ну ладно. Интересный будет. Оп, кстати, стрелок. А я и не заметил. Ха-ха-ха. Но мы вот эти вот всякие дома пока не зачищаем. Боюсь последствий. Повторю, мы довольно хилы. Ну, более сильный рейдер. Вроде с трех выстрелов просто забрал. А вот здесь, если мне память... Да, точка респа. Во-первых, резко тебя добиваем. Резко берем. И еще одного рейдера надо... А, нет, торговец явно был мертвым. Получается, с центра их надо брать. Так, я понял, не-не-не-не-не, на ближний бой я тогда не хочу с тобой. А, вот он ты. Мазалтов, ну кто-нибудь тогда еще?
из рейдеров. Пока у нас еще опыт действует. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Чуть не сдох. Да, все же, во-первых, кончилось, походу. Ну и слегка перебздел. По мине. Кстати, Trinity Tower. Уже рядом. Можно было бы взять силача, но... Я боюсь идти его зачищать, потому что там будет много вариантов ближнего боя. Ближнего столкновения с противником. А для меня это может плохо закончиться, с учетом того, что супермутанты и там ядерные эти могут быть. Я считаю, надо усилиться, значительно усилиться. Еще мин нет. Я даже сейчас вспомнил, что здесь может быть две мины. Не? А, еще вот, да, отсюда можно зайти, получается. С двух сторон. Ну, а теперь там, где мы всех перевалили, собираем лут. Ну, заодно они больше здесь не будут убивать поселенцев. Ну, типа. Понятно, что он... Тут просто стоит. Точнее, лежит. Ну, в неком плане он стоит. Мертвый. Ну, еще одного рейдера, максимум двух. Точно здесь мин нет? У меня ощущение, что есть. Ну и таким, да, образом. Цепочки снимай. Чтобы мы потом зашли. Все. Я, между прочим... Ну, вообще, как бы и не все. Но мы не взяли... Да, и... Он уже не действует. Оленя надо взять. Это мне показалась растяжка, нет? Погнали. По центральной, получается, улице уже можно. Ну, в неком смысле центральная. И через, пожалуй, долбанный туннель. Нету мин. Растяжки нет. Ну тут да, все. Погнали. Может, кстати, не один раз срабатывает этот туннель. Вот не помню. Может, и один. В теории... Во-первых, кстати, другой торгаш. Он переоделся.
Да. Несколько раз просто срабатывает. Ну, как-то я с рейдерами в ближнем бою тут. Не очень-то и хочу. Ну на. Да-да-да-да-да, вот поэтому я и не хочу через этот туннель ходить. Все равно уже не хватит. Кофейник. Понимаете, да, как я вовремя оттуда свалил? Был шанс, что я сдохну. С такими темпами. Да обойдем. Потом как-нибудь заберу. Это еще к тому, почему я не люблю вот эти вот закрытые городские баталии. Потому что может такая лажа случится. Кстати, давайте еще вот что посмотрим. А. Нифига себе. Теперь их вниз скинуло. Но этот граф баг остается. Я просто хотел, да, мастерские посмотреть. Вроде никаких проблем. Так, идем там посещать. Котсворт. Я тебе вроде тоже что-то выдал. Я сейчас так задумался. Дети атома вроде же не атакуют. Или могут атаковать. Что молотого кола... Тут было бы вообще не кстати. Мусорщик все. Ну я так и думал. С армии держим расстояние. Сталит крут, это хорошо. Но если бы постоянно нам только сталь, понимаете, светило, а не всякое остальное. Если бы мы активировали автоматрон, было бы все не айс. Вот поэтому я его не активирую. И давай-ка сюда иди, ты наш главненький. По всякой всячине. Патрончики.
Ну, сюда иди. У него там должно быть что-то. Чем отдать шмот? Что моё, то моё, ты хотел сказать. Возвращай донабанку. Думаю, может быть, на всякий случай побольше коктейлей обратно. Сейчас там будет уже посильнее, парни. Ну, давайте тогда осколки хотя бы. По минам я вообще тоже думаю, но мы думаем, справимся. Ну, хорошо, бутылки. Пока так, вместо осколков. Ну и надо будет серию уделить, но это просто надолго. Точнее, не одну серию, а несколько. Вопрос только, сколько у нас стали. Ну, давайте. Так, 388 пока, да, мало. Там строительство. Пожалуй, нужно штуку. Возьмем приоритет, когда будем заниматься вот этим всем. 30 это всего, ну, 300. Ну да, получится там 30 этих крыш, а мне нужно будет элементов 100, наверное. Я предполагаю. Тогда и будем заниматься. Но это там, ой, как надолго будет, ой, как надолго. Я думаю, может быть, мы это пропустим. Я не буду... Хотя я должен показывать весь геймплей, я просто буду, да, объявлять об этом, что можете пропускать. Как обычно. Скорее так и будет. Так и сделаю. И еще я смотрю, у меня 10-миллиметровый начинает кончаться. Но, скорее всего, и правда, дойдем чисто до Бункер Хилла. Купим. А дальше я... Пока не потяну. Может быть, зомбарь в этих укрытиях. Ну, не зомбарь, гуль. Ну, я догадываюсь, где перестрелка идет. Кстати, невозвращенные книги. Сейчас пойдем искать, но аккуратно. Да, я так и понял, что здесь. Мусорщик с кем? Там они что, еще наверху перестреливаются? Одна просто из точек. А, рейдеры. Ну, давайте сэкономим основные калибры. В живот. Да, тут у нас тыришь, опыт. Тогда отходим, тачка. Ну и теперь, кто и не подходим, зато, кстати, вон те 10-миллиметровые. Я так подозреваю. А, все, я понял. Наверху респанулось искусство. Они там друг друга пытаются убить. Тогда ясно, в чем проблема. По-моему, здесь тоже постоянно пополняется. По звуку перестреливаются в другом месте. Сейчас обыщу рейдера. Да. Ну, здесь тоже слишком близкое расположение. Типа рейдера забрать.
вообще не по плану, здесь был боевой пес. Стимулятор. Я просто смотрю на хп, а мы сейчас будем еще тем более перестрелкой заниматься. Собаку я вижу. А, уже перезарядил. Ну, давайте постараюсь сэкономить. Хотя, да, он меня все равно видит. Особого смысла нет. Ну, значит, берем. Ну, зато избавились здесь от рейдеров, сохранили себе опыт. А, мины еще. Надо будет аккуратно, значит, спускаться. Посматривать. Да, 70. Угу. Там я, конечно, могу внутрь пойти на зачистку. Насколько я помню, там ничего такого сверхстрашного. Там гули, но у нас другая цель. Мы просто зачищаем, чтобы у нас опыт потом не отняли. Но есть еще Котсворд, который мне сейчас пригодится. Котсворд, иди сюда. Код. Сворд. И я жареного вообще оленя-то забыл. Вот ты. Сейчас как раз за ним в том числе зайдем. Вот, мины. Потом мы... Успел. Ну, вообще меня мина может убить. Я так подозреваю. Чистая. Ага. Все вижу. Но там точка, кстати, недалеко, респа тоже существ. Ладно. Гоу на базу с багрем. Еще вроде здесь вот там вот рейдеры. Где-то. Не? Ладно. Еще заметьте, здесь люди проходят, считается. А были собаки, которые атакуют. А, ну вот туда можно пройти, что-то взять, я помню. А, искусство. Только непонятно, какое искусство. Но думаю, что то самое. Должно выживать с пистолетом, потому что... Пистолет может быстрее нанести урон. Да, двухстволка может разовый нанести. Хотя в упор есть шанс у двухстволки. В иных случаях скорее пистолет за счет того, что он реже перезаряжается, нанесет больший урон. Впрочем, по этой причине искусство синт побеждает. Он выбрал грамотную стратегию. Насчет мин у меня возникло... Мины же сохраняются. В общем, а почему бы не делать вот так? Единственное, если слишком много мин, может... Такая хрень, я на поселенцах проверял, трупы, короче, улететь.
теории там можно ловушки размещать. Вот, но нам же нужно, чтобы опыт еще гнался к нам и шел. Хотя мины мне, в принципе, еще понадобятся. Ну давайте, ладно, я на это потрачу. Да, ты настолько, что тебя вообще хотели, кстати, грохнуть. Внимание, спойл. Даю 15 секунд. На то, чтобы вы... выключили, чтобы я вам не заспойлил. Насчет нее. Ну, просто по сюжету это будет спойл. Ну, надеюсь, тот, кто не хочет, чтобы я ему заспойлил, ушел. И потом не будет говорить, что я гад, заспойлил, вот козел. Насколько я прочитал, я, кстати, сам-то не прошел еще ни разу. У меня 176 уровень. Или что-то в этом духе. Короче, ее хотели убить. Синты. Институт. Надоела она многим со своей правдой. Потому что ее правда оказалась, в принципе, правдой. Такая тема. По этой причине она стала не очень полезной. Надо, да, там точно мы взяли книги. Заметьте, мои резервы 10-миллиметровки ушли. Все-таки надо жми еще и молись взять. Так, погнали. Аккуратно, здесь заминировано. Теперь нужно вот только через это заходить. Потому что есть шанс, что они респанутся, враги. И, короче, вот это будет с нами. Что за фигня? Но я предполагаю, что... скорее всего, респанулся вот здесь рейдер. И круче. Мутанты каким-то образом респанулись. Вроде такого не должно происходить. Мы можем не помогать охране Diamond City, между прочим. И заполучить форму. Правильно же, там Diamond City охрана. Нет, искусство. Ну давай. Он почти его убил. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. А там еще... почему-то они, походу... черт. Возродились, да. То ли везде, получается, теперь возродились. То ли не знаю. Что, короче, произошло. А я, кстати, да, вспомнил. Вроде они то ли иногда возрождаются здесь. Ну, в общем, ладно. Обидно, что мы лишний опыт за этого не получили, но что поделать. Теорию могли какое-нибудь неплохое легендарное получить оружие. Что было бы ништяк. Жаль, синта так и не грохнули. Не мы, не все остальные. Забрали, а я так оленя не взял, ну ладно. Я, кстати, Котсворда тоже забыл проверить. Давай пока не... угу. Не будем, ладно, возвращаться. Тоже это пару минут мы потеряем в итоге. Отчасти на своей глупости. Что-то я так подумал. Мы случайно здесь ничего не упустили? И в теории упустил.
но, как я сказал, больше в теории. А это случаем невозможность было зайти рейдером, получается, с фланга. Но, по крайней мере, здесь сейф. Он легкий. А у нас пока средний только. Серьезный удар. Да, неплохо. Поюморил. Ну, скорее, это получается как некий секрет здесь. Вот это только вот мешает, тупит. А насчет мешает... Ну, наверное, мы не сможем залезть. Ну, давайте попробуем. В теории можно воспользоваться кроваткой. А, нет, я подозреваю, жестко тупит, хотя мы можем вот так вот сделать. А насчет дойти до рейдеров, я подозревал, что через эту крышу действительно можно, получается. Так, ну аккуратно спускаемся тогда. Но здесь мы частично посещали. Вот. Церковь опасна, это стопроцентно. Там должен быть супермутант с миниганом. И плюс малое помещение, мы не сможем нормально отступать, так что без... хорошей брони и повышение по уровням не хочу, так же, как и там. Средний у нас уже есть, мы в теории можем взять на интеллект, пупс. Но, пожалуй, я уже дождусь подземки. Но вроде это точка респа. Они просто здесь были рейдеры. Точно мин не завалялось здесь. Че, я разве не обыскал? Ну, в теории возможно. Не хочу заходить, я тоже кое-где зашел. А с другой стороны, если ты не зайдешь, то ты не пойдешь, не попадешь наверх. А мы вообще хотим наверх. Ладно, я сделаю это очень аккуратно. Но мне какой-то там сильный рейдер попался. Да, который у меня с трех выстрелов. Но это было чуть дальше. Здесь должны быть слабее рейдеры. Если что, я сразу буду отступать. Тогда... Ну, пищевая-то у нас есть хотя бы паст? Угу, сейчас тебе. Значит, обычный. Ну, заодно голод утолим потенциально. А главное, это что идет пополнение ХП, чтобы у нас было полное. Но получается, был всего один рейдер. Если вас не видит один раз. Да, там был легендарный внутри. У него был не гладкоствол, а штурмовой карабин. Как мы понимаем, со штурмовым он наносит гораздо больше урона. У нас брони мало для штурмового. Тем более наносят сейчас больше урона. Но следующий уровень существ наносит больше. Да ты должен уже съесть несколько раз. Понятно, что это такое выражение. Но в теории должен уже. Пила и все остальное. Надеюсь, не будет прям сейчас мы выйдем и рейдер. Вроде мы всех перебили. Вообще не должно быть уже. Но ват сразу сейчас применю.
перестрелка. Перестрелка там, судя по звуку. Какой-то... Что-то мы там активировали. Я помню, там супермутанты. Вообще тусят. И много чего еще. Уже перевес. Но это тонкий намек, что мы идем дальше, несмотря на то, что там перестрелка. И типа это должно быть интересно. Котсворт. Котсворт. Не будь козлом. Не будь кошаком. Я думаю, как лучше спрыгнуть и где Котсворт? С какой стороны? Ну, иди сюда. Котсворт. Не беси меня. Ко мне, мистер помощник. Ко мне, к ноге. Ты же робот-помощник. Иди, помогай мне. Какой ты тугой, а? Конечно, если мне мистер-помощник не помогает. Телепортируйся уже. Телепортируйся. Он меня напрягает. Наконец-то. Там всего-то перевес на 15, который... Мог мне помочь организовать олень. Но не случилось. Ладно. Идем ближе сюда. Чтобы не запустить триггеров лишних. Столовые ложки. Серебро, интересно, там или железо. Куда идем мы с роботом? Большой-большой интерес. А все ведь знают, куда мы идем. Ладно, давайте возьмем. Хотя на что мне текстиль? А, в теории еще можно... А, я, по-моему, коврики. Да, из текстиля. Хотя, может быть, матрасы было бы эффективнее. Или коврики из резины. Нет, коврики из текстиля там. Потом еще, опять же, ту точку проверить, как обычно. А, да, мы это помним, хотя они должны были тогда уже появиться. Но пока главный вход это вот здесь. В теории они могут напасть когда угодно, кто-нибудь. Да, но скучать здесь не придется, и эта фраза, честно говоря, слегка у тебя заела. Я понимаю, что у тебя такой триггер. Но ты не хочешь его сменить, хотя ты его не можешь сменить, потому что это триггер. Парадокс триггера. Вот так вот теперь. Мы вроде бы отошли на достаточное расстояние. Так и да. В теории, ну хотя мы бы услышали ядерного психопата.
Там мог быть ядерный психопат, и мы слегка зря побежали вперед резко. Но я хотел больше опыта. Но я на этом уже и тоже нарывался. Бестия. Но это то ли на один уровень выше, то ли на целых два. Да, походу я не попадал, серьезно. Я как бы не спорю. Ну просто на уровень выше. Не, есть разведчик, это на уровень, а он на два. Ну чё, порция супермутантов? Супермутатины. А чё, нельзя их тогда на мясо, не? Хотя да, здесь же нельзя. Или есть, кстати, человечина? Ха-ха. Вот хороший вопрос. Но вообще, вот человечина, если ее можно, но это не гуманно, то вот супермутантов... Хотя в неком смысле, если они все знают, что это ВРЕ, вирус рукотворной эволюции, то тоже как бы нет, не очень хорошо. И второе, в теории, мясо у них зараженное, тоже нельзя. Хотя гончий мутант, то есть обычных гончих довели до мутации. Но лучше, да, наверное, пожалуй, будет не есть в любом случае, аккуратно. Да, тайное когда-нибудь, надеюсь, станет явным, как всегда. Твоя фраза. Вообще, что-то стимуляторов нормально так. Пока увеличиваются, потому что мы не сильно наступали. Но вот сейчас сильное наступление. Так, а я пытаюсь вспомнить. А, ну да, мы идем так. Продолжаем. До банкер хила. В принципе, проход наполовину открылся. С учетом нашей прочистки. Но там теперь сильнее будет сопротивление. И вот это проблема. Не помню, Котсворт все-таки без шмота или там чуть-чуть шмота. Ну ладно. Пытаемся в том числе ускорить геймплей. Не, пока не нужно доставать. Опять же, не взял жареного и пищевую. Ну, с другой стороны, тоже ускорение геймплея. Экономия... Чё, опять? Или я просто эти не углядел? Что на одном еще несколько. Но здесь мы, походу, уже не были. И так и да. Так и да. Нет, так и мы были, но он респанулся обратно. Потому что мы же здесь обыскали. Да. В этом плане обожаю игру. А там они случайно еще не появились. Где-то там. Я этих гада не вижу. А, вот теперь вижу. Да черт, там еще один. В итоге вечная борьба. Ну, зато плюс в том, что у них стимуляторы. Да у меня тоже как бы дробовик. Да вы у меня время отнимаете. Там совершенно точно случайно не возродились.
Но в теории вас здесь пропускать было тоже нельзя. Он мог потом выйти. Хотя от этого рейдера мало было бы толку. В плане его боев... Ну, он же простой рейдер в плане атакующих возможностей. Чуть дальше, да, небось? Точка респа существ. А здесь, если в Атсе делать... Да, вот она, где-то тут точка. И там дальше рейдеры. Но рейдеров мы отсюда будем вышибать. Сейчас проверим. Кстати, да. И хорошо, с одной стороны, что мы проголодались. Котсворт, а чё с тобой? Я тебе явно не говорил остаться. Либо ты телепортнуться не можешь. Но я сомневаюсь, что я реально нажал ему остаться. Ну, мы прекрасно знаем, что игра вовсе не забагована. Но в теории он мне даже очень может пригодиться. Я тут когда там и Когтя, и Ягая, он потенциально меня спас. Мочил вот здесь. Он меня прикрыл. То ли чуть дальше точка респа, но придется мне, наверное... Ну или можно... Не так, Котсворт. Ты кусок куска. Ты мне еще с точки зрения веса нужен. Здесь рейдеры. На мосту пока, да, четко. Ну, по крайней мере, так. И вот там уже не просто всякие рейдеры, там еще и выживальщик, например, есть. Боевая псина и всякая такая лажа. Пес уже побежал на меня. И черт меня дери, такой неплохой песик. О, еще и легендарный оказался. Пока отступаю сюда. Кимперим крысятничаем. Ну, из-за отсутствия Котсворда мы явно далеко там не пойдем. Ладно, в живот. Там в тело. Ну, вот этому в голову могу. Пока в живот, в грудь. Точнее, да, не в живот, скорее там в грудь. Ну, отчасти мог попытаться в хэт, ну ладно. Они просто двигаются, проще в грудак прописывать. Ну и как вы видите, охрененно живучие, это с учетом еще даже двойного удара. Ну, они там в боевой броне и со штурмовыми карабинами. В минус. Черт. Брал на опережение, она там за другим скрылась. За балкой. Ну. За другим объектом, если что. Имелось в виду. На. Но вот это вот вроде должно было попасть. Но вот это ладно, она успела. Вроде бы. А предыдущий должен был попасть выстрел.
Но... Наконец-то. И это, между прочим, далеко не все. Ну, наверное, стырим. Там еще наверху. Это мертвые. Ну, эта точка чувствуется. Респа. Тырим. Возвращаемся. Хватает. Пока не взял карабин. Я другое пока хочу взять. Гарпуномет. Нифигово так, 200 урона. И это еще скилл не действует. Нет, туда мы не идем. Да, я понимаю, что там частично опыт. Мы теряем. Но... Да, там я понял, это там точка респа, я знаю, около моста. Но мы можем потерять гораздо больше саму жизнь. А у нас одна жизнь, поэтому я стараюсь максимально аккуратно. У нас уговор же такой. Действовать. Да, были опасные моменты. Но я не так сильно рисковал. А вот если сильно рисковать, то можешь... допрыгаться, поэтому я буду аккуратно действовать. И я не понял, что с Котсвордом. В теории он застрял здесь, придется взять опять Пайпер, походу. Чтобы Котсворд дошел, он опять может забаговать, ну, придется так все равно. Мы его можем долго искать. И не факт, что в том месте, где я предполагаю. То есть, когда я шмот просил, возможно, я ему случайно прожал «Останься». И у нас как раз, кстати, серия-то кончилась, указывается. Но заодно сейчас Спайпер, что-то я... Как-то удивительно так получилось. Так, помним. А это же опыт. Ну-ка. Объятия действуют, но все-таки по часу. Раз. Там сейчас пойдем обычный респ зачистим. И все. А, и Пайпер со мной. Пайпер. Папа. Да. Так. Переулок, все верно. Да, вы там все упиваетесь своей победой над рейдерами. Это еще были слабые рейдеры. По-моему. Там тяжелая вроде... Сверхтяжелая была. Да, и сюда гарпуномет. Опять же здесь. Ручище. Так, аккуратно. Странно, что что-то поселенцы... Но здесь вроде и не должны быть. Но в других точках может быть там поселенцы. Кто, мусорщики? Окей. Это мусорщики. Заодно проверяю вас, 88. Ну, конечно, надо больше восприятия.
Котсворт, ты здесь был? Честно говоря, я подозревал, что ты стырил у меня опыт. Ладно, иди, да иди сам по себе. Воу, еще один. А это мусорщик. Попасть, все. Не мог слегка. Ну, фишка, конечно же, пистолета, что нужно... Ну, тут главное скорострельность, нежели точность. Хотя точность тоже важна, но фишка пистолета в целом. Это возможность стрелять часто. И довольно неплохо. Давай, ты как раз, я думаю, Котсворт дойдешь. Пока мы тут потусуем. Еще труп гнойного. Так, обойдем на этот раз вот таким образом. Вот, да, ты дошел до переулка, молодец. Так. Обход мин. И обход тачки. Хотя я ее, кстати, умудрялся перемещать, ту тачку. Только я не помню, обычным методом или методом с силовой броней. Но если я надену ради этого, то, конечно же, это не будет считаться. То есть должно быть применение боевой, если что, силовой брони. Конечно же. Это логично. Надеюсь, для всех будет. А если чисто для этого, ну и как я буду перетаскивать по приколу? И, возможно, модифицировать? Отчасти ради опыта и отчасти ради прикола. Это все не считается, конечно же. Вот такая тема. И по помощи, во-первых, да, я вспомнил, что нужно накинуть жареного оленя. Во-вторых, я просто смотрю отбивных, но в целом должно хватить. На окончание похода. Тогда жареный и один пищевой паёк, пищевой пасты. Сьюри можно было что-то еще взять. Пайпер. Где еще Пайпер? Просто без Пайпер я не собираюсь спать. Ну или можно, да, с ней мы будем спать. Она должна сразу в постель. Но я хотел заменить на Котсворта. А ей не надо совершать. Да, и ты еще, оказывается, таскал. Ну так прилично таскал. 50 единиц веса. Ну что, все тогда. Пайпер. В гнездышко. А вам всем аригато за просмотр. Всего наилучшего.